Привет, стримаши, друзья, исследователи. Давно я хотел снять вот такой ролик. С 2011 года я перестал смотреть телевизор. Антенна не так дорого стоит. По-моему, сейчас 80 рублей, что ли. Стоило даже 60, это которая на весь дом. Тут две антенны. Дом.ру и еще, забыл, как называется фирма. Невозможно смотреть телевизор, потому что он не несет ни вообще никакой информации. Какой-то мусор показывает, рекламный мусор. Между там роликами реклама, а в самих роликах пропихивают ну что-то там, я не знаю, какого-то ненужного президента, какое-то вранье, что жизнь улучшилась. Ну, надеюсь, и сами так все знаете. То есть, ну просто ноль информации и мусор, мусорный такой фон. Понятно, что люди вроде после работы приходят, там какое-то развлечение, не знаю, какие-то пальмы показывают, а они живут. День, серое небо, но все равно, ну просто ни одного канала даже не знаю. Даже те, которые про дачу, например, где люди что-то выращивают, они все равно поганое говнище, потому что там втирают, что ты должен чего-то там какие-то тоже ползать, налоги платить. В общем, все каналы работают в одном направлении, и развлекательные, и новостные, в манипулировании, заведении куда-то в крах, в тупик общества, куда оно и зашло. Я не могу больше это смотреть. Ну, с 2011 года. Я посмотрел немножко. Уже в 2011 году я Discovery смотрел, этот Discovery, где что-то можно было посмотреть. Там люди какое-то золото добывают, путешествуют. Но и это стало невозможно смотреть. Там много рекламы. Они то же самое примерно одно и то же показывают. Ужасно вообще, ужасно. Как оно так все деградировало. Можно было бы поправить телевидение, нужно каналы независимые делать, полностью независимые. Пофиг, откуда они финансирование получают. Никаких центральных каналов, которые держат там, сколько их вот там, 10 штук, они держат аудиторию 10%, 90% телезрителей. То есть не должно быть таких каналов. Не должно быть финансирования этих государственных каналов. Тогда бы что-нибудь еще пошло. Какие-нибудь местные каналы на донаты, показывающие проблемы людей, а не рожу никчемного, ненужного президента, министров. Ну, наверное, вот так в других странах есть. В общем, помоено. И можно смотреть фактически даже бесплатно. Там же нету защиты. Ну, есть вот этот ключ на половине каналов. Карта CI это. Ну, по сути, все равно без разницы. Те, которые закрыты ключом, но там с голыми людьми есть каналы, тоже не очень понимаю. Вроде же по закону это запрещено. Ну, такое лживое государство. Оно просто ради прибыли что угодно покажет. Там одним можно все, другим ничего. Ну, в основном уже все люди знают, это к чему мне это все рассказывать. Ничего не улучшится, общество так и будет деградировать дальше, пожирать друг друга. И в прямом, и в переносном смысле. Ну и как бы пофиг на него. Я уже как бы и не жду никаких особых перемен. Пускай дохнет это общество, если оно согласилось на все эти идеалы, вот такие пустомельства, пустой жизни, никчемное поклонение
какому-то никчемному президенту и его банде. И антенну просто я хотел уже выдрать. Она болтался проводок. Но прежде чем выкидывать, вот я ролик решил сделать и посмотреть. Естественно, тут ничего не поменялось. Фактически смотреть нечего. Ну, сколько каналов. Может быть, какой-то новый появился. Аналоговые и цифровые есть. Так, сейчас как зайти-то, давно уже. Вот, аналоговые. С буковкой, никакой информации нету. 53 канала. Они не закрыты. Си-65. Не знаю, что это значит. Канал. А, канал 69, наверное. Первым, как обычно, поставлен этот самый говненый пропагандистский, который везде ловится, чтобы ты не пропустил рожу никому не нужного чинуши. Все чинуши не нужны совершенно. Ну, если кто не в курсе. Так, а что это? Что у меня за канал вообще включен-то? Так, это первый, и это первый. Так. Ну, первый канал, пропагандистская помойка. Так, как переключать-то уже? Забыл, все забыл. Помойка. Помойка. Что это? Помойка. Американцы, блин, ужас, помойно, про тюрьму что-то. Блин, что он растягивает-то? Тут не растягивает, помойно. Оп, так и растянул, блин. Что делает, блин, фиг знает, давно не смотрел. Авто стоит, видно, подстройка. Дебильные какие-то мультики. Задурманивать детей, чтобы были подготовлены к взрослой жизни рабами. Ненужный канал. Ни о чем. Не знаю, что за реклама какая-то. Гугла. Какой-то помойный канал. Блин, ждать не буду. Реклама. Помойка. Это Трен ТВ, как его... Какой-то религиозный ужасный канал, советский какой-то никчемный фильм, по-моему. Надоели эти старое барахло. Дебилизация через юмор. Дебилизация сериалами. Дебилизация сериалами. Дебилизация шоу. Совершенно пустой канал. Военизированный, чтоб ты подох за царя. Дебилизация через развлечения. Музыкальный. Ну, с рекламой, опять же, с пропагандой какого-то мусора. Что за... Какой-то фильм, канал Санкт-Петербург. Ну, можно было бы посмотреть. Блин, какой-то спам внизу идет. Но все равно канал типа региональный про Санкт-Петербург, он ничего про настоящие проблемы города не показывает. Помойка. Ну, это реклама провайдера. Не понял, какая-то реклама. Какой-то, не знаю, как бы я смотрел несколько раз, какая-то болтовня ни о чем. Опять, типа, региональный канал, ничего, ни одной буквы про город.
ну, про настоящее, что людей волнует. Если разговоры, то в ключе ни о чем. Ну, мультики низкоинтеллектуальные, сериалы какие-то ужасные, магазин, в основном хлам. Ну, что там продают? Фильмы. Ну, наверное, можно посмотреть, если рекламы немного. Фильмы. Ну, ладно. Ужас какой-то вот это вот. Развлекательное ни о чем. Даже развлечение плохое. Фильмы. Сериал, что ли? Какие-то фильмы более-менее. Ужасный какой-то развлекательный канал. Первый раз вижу. Супер. Ужасная ТНТ. Ужасный какой-то чё. Ужасный. Не вот просто как Первый канал, такой ужасный. Мусорный иностранный канал. Ну, Discovery, я сказал, уже невозможно смотреть. Потому что какая-то наша адаптация, куча рекламы, одно и то же. Кстати, я видел это шоу с машинками, сколько уже, 7 лет назад. Животных, ну, на любителя. Не знаю, стоит смотреть, нет. Хлам какой-то. Хлам канал. Потому что путешествие — это хорошо, но тут все нищие. Они не будут путешествовать. А путешествовать по телеку, ну, это убожество. Магазин хлама. Спорт. Чушь спорт. Ну, спортом можно заниматься, смотреть нафиг. Одебиливание спортом. Одебиливание мультиками. Одебиливание религией. Ну, музыка. Не знаю, что-то какие-то старые песни. Не вижу смысла. Пропагандистский. Пихает то, что чиновники нужны. Чиновники вообще не нужны и вредны. А что там, плюсы какие-то пошли? На бирже. Смешно. Плюс акции выросли. А, я все, назад вернулся, да, все 53. Просто ужас. Ну, были несколько каналов с фильмами, можно было посмотреть. Остальные просто невозможно, блин, надо первый переключить. Я не могу даже вот так смотреть на них. РБК раньше можно было смотреть, сейчас он превратился в Первый канал. Вот на этом встанем. Вот такие вот аналоговые каналы. Но сейчас много почти что, я не знаю точно, сколько процентов аналоговый приемник, у кого нету. По идее, вроде как бы сейчас все должны быть цифровые, даже в дешевых телеках. Но давно уже не слежу, фиг знает. Возможно, если взять всю Россию, то и большой процент аналоговых. И даже вот из таких вот, как у меня, аналоговых, там у них еще меньше. Вот первая пятерка, десятка. Может быть, так. Посмотрите информацию. Может быть, подскажете мне. Хотя, конечно, через спутник можно ловить. И сейчас они уже недорогие. Так, как цифровые посмотреть. Ага, вот с надписью, значит, цифровые уже. В аналоговых нету. Сколько каналов, я не могу сказать, потому что он нумерацию ведет по сотням. Ну, вот 100, 101, 102, 103, потом 203, 204, 205.
не знаю, 100 каналов, половина закрыта. Вот которые с карточкой, они закрыты. Так, ну что, сначала начнем. Первый на первом. Ужас. Ну, не знаю, даже включать или нет. Их сколько? 15 минут. 100. Ну, давайте попробую повключать. Прощальный ролик все-таки. В интернет, естественно, я тоже не смотрю. Разрешение SD 576i Interlaced. Почему i Interlaced? Я не понимаю. Блин, реклама уже. Про что я говорил? Ну, невозможно смотреть. Не нужны. Мне все равно, какой шампунь. Типа, все шампуни, тем более, принадлежат одному концерну, Unilever. Так. Ну, еще там несколько концернов. Естественно, он не один. Это ужасный был канал тут, естественно, даже говорить нечего. Ужасный. Третьим матч запихнули. Но это специально, чтобы ты... Ну, если ты вот от рожи чиновников ушел, ты типа перешел бы на спорт. Но это то же самое такое дебиливание. Ужасное. Прямой эфир. Ужас. Что-то ничего не понял. А, НТВ ужасный. Реклама. Культуры нету в России. Вообще ничего нету. Уже страны нету. Ужасная пропаганда пустоты, войны, злобы, мультики. Ни о чем канал. Ни о чем. Хлам. Ни о чем канал. Развлекательные помои. Помои. Ну, по названию я вижу. Не сразу появляется. Помои. Зачем они региональные каналы делают? Они не рассказывают про проблемы людей, не решают эти проблемы людей. Я думал, закрыли. А, ну как-то они переименовали Life News какой-то 78. Что-то ужас какой-то. Ужас. Хлам какая-то, реклама. Ну, это мега хлам. С рекламой. Мега хлам. Хлам типа региональный. Не знаю, что... Ни о чем. Для нищих как путешествовать. Канал провайдера. HD. И что-то меня вот напрягает, что... В Интерлейсиде 1080i. А в P они могут вещать? Ну, прогрессивная развертка. Почему не П? Я не знаю, я пока не нашел информации. Ну, как бы телек не смотрел, не нужно было. Ну, то, что 1080 сделано, хорошо. Ну, может, а 4К они вещают. Ну, канал все равно, естественно, не надо идти смотреть. Хлам какой-то. Хлам. Хлам канал. Хлам магаз. Не знаю. Хлам. Хлам магазин. Что? Блин, сколько магазинов? ТНТ.
Причем интересно, я заметил, четкая картинка, четкая буквы, а вот эта вот сама картинка, она похожа на более размытую, как бы. Не очень похоже, что 1080. Иногда как будто они в меньшем разрешении снимали. Не так уж все и зашибато выглядит. Ну, кроме текстов. Ну, закодирован, как я сказал. Это, наверное, тоже закодирован. Зачем его кодировать? Мне даром не нужен. Наверное, закодирован. Наверное, закодирован. Ну, какие-то хламовые каналы. Хлам сериалы. Ну, какие-то фильмы в каком маленьком разрешении, наверное, можно посмотреть. Так, что меня переключает? Домохозяйки, блин, 500 лет этот сериал видели. Смолвили тоже 500 лет назад. Комедия. Ну, наверное, неплохо. Может быть, можно посмотреть, но мне неохота. Ну, кино, какие-то кино, наверное, можно посмотреть. Наши фильмы в основном все плохие, процентов 90. Ужасные. Ужасные, потому что либо там пропаганда, либо они сами не знают, что хотели показать, либо деньги разворовать. Так. Какие-то фильмы. «Игра престолов» вообще не смотрел никогда, сериалы не смотрю. Говно какие-то, розыгрыши, этот, наверное, закодирован, этот, наверное, тоже, этот, наверное, тоже, это, наверное, тоже, этот, наверное, тоже. О! А этот иногда я смотрел канал. Он не закодирован. Закодирован. Помойка. Дебилизация. Развлекухой. Закодирован. 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 А вот этот что-то не закодирован. Хотя HD. Что? А, ну... Еще я никак не понимаю, за антенну берут и рекламу показывают. Такое быть не может. Либо ты за антенну заплатил и смотришь без рекламы, либо... смотришь рекламу и вообще за антенну не платишь. А тут же сразу получается. Везде реклама есть. На которые платные каналы, там тоже реклама есть. То есть двойная оплата, ужас. О, HD, отлично. Ну, опять, наверное, интерлейсит. Да. Не знаю, почему телевизор не может показывать. Ну, четенькие буквы. Это хорошо. Какие-то фильмы, это неплохо, закодирован, это тоже закодирован, это ужас, какие-то сериалы, сериалы ужасные, ну, ТНТ, мега хлам, все его проекты. А что, КВН закодирован, что ли?
ужас. Он же никому не нужен. Так, закодирован. Что это? Не знаю, что за канал. MyZen TV. Может быть, ничего, если рекламы нету. Блин, мой ролик не заблокирует. Я быстро переключаю за секунду. Хлам это. Еда. Закодирован вроде. Кухня. Про еду не смотрите каналы. Закодирован, наверное. Не знаю, на любителя так. На старину посмотреть. Старина здесь никуда не ушла. Вон, буханки те же самые. Это что, это был спорт? Ну, наверное, да, можно позаниматься, когда не выйти. Закодирован. Молодежное одебиливание. На любителя. Не знаю, есть ли в нем смысл. Что, закодирован, что ли? Наверное, закодирован. Наверное, закодирован. Закодирован. Путешествие через телевизор. Как бы науки можно поучиться, но все бессмысленно, поскольку здесь туалетов даже нету. Ну, нормальных в России, я имею в виду. Да ничего нету. Ну, какой-то про историю посидеть. Типа, если все надоело, послушать ни о чем. Мировая история. Ну, наверное, можно посмотреть. Охотники, рыболовы, он чётенький канал, я вижу. Но... как сказать-то? Ужасный канал, в общем. Опять, пока строй нормальный не будет, не рабовладельческий, нельзя развлекаться, ребята. Так себе. Вот про это я говорил, одебиливание через домашние участки, чтобы налоги платил, ну и так далее. Какая-то херня. Типа развлечения, но опять же... Просто смотреть, надо как бы самому путешествовать. Так, закодирован. История, вот опять вот это вот вперед, надо двигаться. Ну, пытаться, я понимаю, что не сдвинуться. Какой-то хлам пропагандистский. Какой-то рекламный хлам. Ну, опять это вот про путешествия для нищих. Так себе. Хлам. Я про этот уже говорил. Он в цифровом виде, он тоже нечеткий. Закодирован. Четкий. Ну, это как посадки, вот эти картошечки. Сажай картошку, пока тебя убивают. Я бы так назвал. Что-то там про животных.
Чего они так появляются-то не сразу, такие тормозные, даже которые есть, сколько проходит. Ведь телек, я не такой мега старый, это еще телек. Включаешь, и там через 10 секунд, блин. Чего они, Samsung, ну, более-менее нормальный телек. Что ему? Он же на канал настроился. Зачем вот, когда включаешь так вот, оп, там сколько, я не знаю, секунд. Вот сейчас раз. А, вот это побыстрее. Ну, спорт, херня. Раз, два, где-то так, секунды две. Ну, четкий, картинка хороша. Ну, спорт, барахло. Матч, это хлам. Спорт, хлам. О, четкий. О, спорт, хлам. Матч, ужас, ужас. Так, надо побыстрее. Матч, миллиард каналов. Они что, закодированы, что ли, все? Даром не нужны. Спорт тут продают, видно, спорт. А это почему-то не продают. Потому что не HD, наверное, блин, надо. Четкий. Блин, если вот на секунду значок этот появляется, меня опять зафигарят, что ли. Ну, заблокируют там, я не знаю, ролик, канал. Ну, я же ничего не транслирую сейчас. Ну, ладно, я транслировал фильм там тогда по глупости. Ничего же не транслирую. Просто секунды, значок. Так. Дебильные мультики, дебильные сериалы. Дебильные мультики, что-то опять какое-то дебиливание для детей. Ну, детям херово сейчас, короче. Тоже одебиливание. Блин, до хера мультиков. Ужас. Ужас какой-то. Не мультики, а ужас. Это что, это пропаганда какая-то религии? Не знаю, что-то ужас какой-то. Для детей какой-то хлам. Дурацкая музыка. Ну, какая-то ненужная, какая-то вот такая, как с Первого канала. Хлам музыка. Старое барахло, никому не нужная музыка. Что это было? Ужасно, ужасная. Какая-то коммерческая музыка. Вот Face еще более-менее. Ужас какой-то рекламный. Что? Типа какой-то филиал Первого канала. Иностранная музыка. Ну, наверное, можно послушать, если рекламы немного, блин. Везде значки лезут, блин, меня зажопят. Разводилово, блин, уже 10 лет это торчит. Ну, ты же мошенничество, все, про это писали уже везде. Ничего не поменялось на телеке. 7 лет в 11-м перестал смотреть. Сейчас 18-й заканчивается. 7 лет прошло. Евро новость.
Нет, нет, плохой канал, очень плохой, нет, это, ну, новости не, никому не нужны, о, РБК такой же, как Первый канал стал, Франция, наверное, можно посмотреть, Deutsche Welle, наверное, можно посмотреть, ужасный ни о чем канал, этот, ну, мир, известный хлам. Дождь, блин, он закодирован, но зачем? Даром не нужен. Вообще не понимаю, о чем канал. Хлам какой-то, копия Первого канала. Религиозный ужас. Не знаю, мать данна. По-моему, ерунда какая-то. Японский, по-моему, но почему-то закодирован. Ну, то же самое, как типа региональный ни о чем. Пропагандистский рабский канал. Ужас. Ну, опять какой-то низкого качества, ничего не показывающий, ничего не развивающий. Что это, какое путешествие для нищих, смотри по телеку, путешествуй, не знаю, какой-то иностранный. То же самое, что наши все эти каналы в Беларуси, хлам, показывающий чиновников ненужных, какой-то хлам. А, ну тетки. Они закодированы. Ну, голые всякие люди. Так. Ну, как я понимаю, они все закодированы. Стоит сколько, не знаю, раскодировать. Все, наконец-то. Надо куда-то перелезть. А, нет, лучше не перелезать, а то меня зажопят. Как раз лучше сидеть вот на этом канале. Все, фух. Все, как я и думал. Просто смотреть нечего, либо которые тебе вред наносят. Есть, конечно, фильмы более-менее можно посмотреть. Какие-то путешествия. Каналов 10 вот из этих вот сотни. Никаких новостных, никаких региональных не смотрите ни в коем случае. Они не несут, они информации, они дурят, реклама, причем реклама ничего не показывающая. Вот эта вот реклама, она не показывает, что ты можешь купить товар лучше, купить товар дешевле. Да, сейчас я закончу. Как это существует, все, ужас, ужас. Все, антенну убираю. В интернет, естественно, эти каналы где-то там можно поймать, может, спутники. Но не... Я не буду смотреть тоже в интернет и не смотрю. Единственное, если где нету, например, кабеля и нету интернет, такие места наверняка есть, то там через спутник ловишь. Но через спутник тоже можно, не надо ловить вот этот Первый, Россию. Ну, поймайте какие-нибудь фильмы. Наверняка там есть. Просто фильмы какие-нибудь нейтральной тематики. И смотрите их. А так старайтесь, может быть, через интернет смотреть, когда люди сами делают новости. Вот как я иногда какие-то ролики делаю. Единственный выход. Но на самом деле телевидение может существовать, должно существовать. Как это я сказал уже в начале, каналы все примерно одинаковые по аудитории. Вот там сотня каналов, у каждого 1% аудитории. Разные темы, как я сказал, если платишь за антенну, то не смотришь рекламу, если не платишь за антенну, то смотришь рекламу. Никаких двойных плат. Качество, конечно, должно быть везде 1080, либо 4К уже.
и финансирование каналов только напрямую от зрителей. Никаких налогов, и потом какой-то чинуша показывает свою харю. И в то время как вас грабит, рассказывает, что вас спасает. Либо дурит какой-то юмором или еще чем-то там. Варианты есть. В других странах, по-моему, так и есть. Какие-то региональные новости показывают, ты замечаешь какой-то недостаток, там с депутатами быстро решаешь проблемы, все это вполне рабочее. То, что здесь существует, это просто впустую деньги, а денег-то, например, что они продают, меня нету покупать, я не могу даже их хлам купить. На еду я трачу там сейчас около 5000 рублей. То есть, ну ничего не трачу. Это как в Европе где-то один раз люди ходят в магазин. Сколько это? 70 евро в месяц я трачу на еду. Не надо мне ничего показывать. Ни рожу президента, ни еду какую-то. Ничего не надо. В общем, уезжайте, ребята, из России. Полный хлам тут. Даже если больше бы я зарабатывал 50 тысяч, все равно это продукты, уровень, как бы здесь все плохое, медицина плохая, еда плохая, воздух плохой, телевидение плохое, само общество. Все хотят ограбить, убить друг друга. Нет смысла, да. Ну да, было бы вот там 10 тысяч долларов у меня, естественно, еда бы получше, где-то сидел бы в более чистом помещении, но само общество грязное, из этой грязи чисто вот. Ты же не будешь один сидеть, ты все равно с какими-то людьми будешь общаться, и они будут тебе проповедовать вот какую-то злобу вот эту постоянную. Это нескончаемо. Такое вот общество. Богатое, бедное. Я заходил и в квартиры, которые дорогие. Там, я думаю, они также морально, духовно живут. Никчемная жизнь, ни к чему не стремящаяся. Ну, просто жрут, трахаются и срут, и грабят других людей, поскольку они побогаче. Ну, на этом все и так долго получилось, но я и подозревал, что так получится. Хотелось просто кабель уже удалить, выкинуть, так и закончим на этом. Надеюсь, вы не смотрите ни одного канала. Ну, только если, как я сказал, если нету интернет и спутникового, либо если нет кабеля, то ловите спутником. Это вроде сейчас уже дешево. Ловите, смотрите фильмы. Больше ничего не смотрите. Новости смотрите с маленьких каналов. В них еще какие-то новости проскакивают. На этом все. Спасибо. Телевидение в России... Его нет фактически. Даже не сказал, что плохое, ужасное. Его нету, просто нет. Это ничто. Ничто. Ну, лучше вот так вот, наверное, в черный экран вот смотреть. Ничего вот не дает, не несет, не... Ну, когда включаешь, оно вредит только. Ну, вот черный экран. Нету ничего возможности. Смотрите черный экран. Все, спасибо, ребята. Подписывайтесь, буду дальше, если что полезное придумаю, снимать. Я не телевидение, я, ну, какой-то пользы есть от моего канала, уж не буду хвалиться, какая-то, кому-то есть, явно, я лучше телевидение.